Просто, ну, челики пригорают, что у них там, типа, минус 40, минус 45 тысяч зрителей. Хуй с ним, с этим СНГ-мажором. ГТФО, ГТФО, бая. Первый раз, когда я увидел, ну, более-менее красивую дилершу. Боруто, бля. Я так предполагаю, это что-то аниме, потому что Боруто звучит как Наруто. На канале Эвиней вы узнаете про любимых актрис, занимательные факты, актуальные новости этого увлекательного и захватывающего жанра, так полюбившимся многим. Подписывайтесь, и вас ждет много интересного про порно и не только. Ссылка в описании. Я не буду больше комментировать мажор. Этот конкретный. Я отписал, почему на ютубе. Проясни ситуацию с комментариями. Я так понимаю, ты не можешь стримить. Нет, я вообще не могу. А они против. Если все было так просто. Объяснишь им, что много работяг хочет контент. Объяснить. Хотя бы на объяснить? Объяснить? Проясни вообще ситуацию на стриме, а то ты комменты что ставил только. Так я то, что написал в комментарии вот под прошлым вводом, так все вот так вот и есть, даже нечего добавить. Если бы дело было просто в рекламе Казиныча, то что у меня нету на экране никакой рекламы Казиныча, то есть баннеры под стримом. Если бы было дело в какой-то там рекламе, псевдорекламе, я бы мог просто убрать баннеры из-под стрима и убрать название стрима и, допустим, закомментить там, ну, гранд-финал хотя бы. Ну я же не могу так сделать, как бы я прямо написал, что я не смогу больше комментировать этот мажор. Просто вот не смогу. Просто, ну, челики пригорают, что у них там, типа, минус 40, минус 45 тысяч зрителей. А если я буду комментировать гранд-финал, у них в теории может быть, ну, как в прошлый раз, там, может быть и по минус 50, по минус 55, вплоть до минус 60 тысяч зрителей. Ну, конечно, они пригорают. Как бы, ну, вот и все. Что еще прояснять? И дело, на самом деле, нихуя не в рекламе, поверь. Да вообще, ну, я в любом случае собирался стримить только две игры, я ж... Пытаюсь объяснить. То есть максимум там еще была бы одна игра и гранд-финал. Банально нету смысла, ну, в данном случае нету смысла. Если это был бы International, если это было, допустим, International, от меня там ожидали бы, что прокомментирую какие-то там игры International, там еще будет, ну, в будущем, в теории, может быть, 5 игр или даже 6. Тогда был бы смысл тратить на это время, силы и вообще... Вот так-то лучше! Как я могу пояснить субъективные оценки? Что за пиздец? Тебя попросили люди, к которым ты хорошо относишься, не комментировать. Расскажи, что это за люди. Если бы я не сказал, кто, то, очевидно, я не скажу. НС. Кто, блядь? Если я не сказал изначально, кто это, значит, я не скажу вообще. Раз это не очевидно. Здрасте. Который собирает кучу слушателей. Пришли челики из соседнего театра и сказали: прекрати ПЖ, петь, ты у нас зрители обнимаешь, точка, и вот такой: я перестану петь. У меня два концерта осталось, и похрену, что я 40 тысяч человек, и пишу своего петь. Я понимаю, ну блин, я-то понимаю, я даже извинился. Ну, конечно, понимаю, что по сути само по себе извинение ничего не стоит. Я могу лишь пообещать, что, ну, если, допустим, когда будет интик, тут такого не повторится. А то, что с СНГ-турнирами такое могло произойти, я это вообще знал еще и год назад. Я предполагал, что такое вообще в теории возможно. И вот это произошло. Короче, я могу попытаться что-то сделать, но на самом деле даже далеко не факт, что я что-то могу сделать и что-то поможет. То есть банально нет смысла тратить время и силы, опять же, ради нескольких трансляций. Хуй с ним, с этим СНГ-мажором. Тебя что могут забанить, если будешь комментировать? Да я не знаю, что там могут Давай сделать. Заданем. Го плюс в чат. Чем мне толку бунтовать ради... Попи, славля. Для нас старается парняга. Я же говорю, что мне толку бунтовать, если все равно я собирался максимум гранд-финал и максимум еще какую-то одну бо-3. То есть это максимум, что я собирался. Банально, нету смысла в данном ситуации, ну, в данной ситуации как-то особо что-то бунтовать. Если, допустим, ко мне доебались там в начале какого-то интернешнала, когда от меня реально там ожидали, ну, больше комментариев, да, вот больше комментариев там, ну... Там 6 игр в сумме или 7. Тогда да, окей, но здесь, ну, мне по большому счету похуй. Единственное, что повторюсь, как я написал, мне жаль работяг, что могли бы посмотреть там 2 игры лишних от меня, но не посмотрят. По факту, никаких правил я не нарушал, то есть, ну, в теории не могут, не должны. Но, короче, вы сами понимаете, как устроен мир. 32 мая отправлю миллион. Ну что еще? 32 мая. Чекай биткоин кошелек. Вообще-то настоящий якут биткоиновый миллиардер всегда отправлял 322. Да, у него всегда даты были ровно 322. Созвучка вот эта вот, за честь и отвагу. Договор был 1 мая, а не до конца мая. А ты имеешь в виду, будет ли контент Шрек 2 и Ведьмак 3 в таком случае, если до конца мая? Ну, вообще договор был 1 мая. Но, блин, конечно, ну, отказывать будет, скажем так, ну, я ж не скажу, типа,
Окей, я забираю твои 10 битков, но при этом я уже ничего стрелять не буду. Я же уже так не скажу правильно. Ну, это будет некрасиво. Давай поразмышляем, что ты собираешься делать с этими 10 битками от Якутыча. Это же грёбаные 5,5 миллиона рублей. Ну и что? Ты думаешь, это прям овер до хуя? С такими деньгами купил себе топовую сборку ПК и шлюху какую-нибудь из Бразерс. Зачем тебе шлюха? Зачем тебе покупать шлюху из Бразерс? Она будет с огромным шансом чем-то заражена. Нахуя тебе это надо? Во-первых, ее покупать, и что ты будешь содержать потом? Ты что думаешь, ну если ты купишь шлюху, то ты ей дал один раз деньги, и все, она будет твоя навсегда. Тебе ее придется содержать и тратить на нее кучу денег. Она тебя будет пытаться разводить на как можно больше денег. И, ну, топовый ПК, топовый, потратить 5 миллионов рублей на топовый ПК? Я не знаю, вот мой ПК, он вроде топовый, но он стоил в сумме, наверное, не больше 4 тысяч долларов. Это 5 миллионов рублей собрался потратить. Хотя он, конечно, мой ПК, как сказать, этот i9 ебучий, он все-таки не прям топовый. С ним проблем овер до хуя. Почему же нужно обязательно прямо вот сразу там, тратить? У всех мысли такие, нужно или потратить, или... Это как-то там говорят мне, вложить. Мне всегда смешно, мне всегда забавляет. Вложить. Скорее всего, я бы ничего особо не делал. Я бы даже, скорее всего, ничего особо не выводил с БТЦ. Я думаю, я бы себе оставил, наверное... Я maybe только бы два биткоина вывел, maybe. Вот я же говорю, почему мне хорошо донатить? Мне хорошо донатить, потому что я никогда в жизни не буду тратить деньги на подобную хуйню. Я никогда в жизни не буду покупать себе шлюху и содержать ее. Я никогда не буду тратить деньги на хуйню, guys. Поэтому мне донатить, вот. Почетно. Не, ну реально, я никогда не буду тратить на хуйню. Я их не пробухаю, потому что я не пью. Я их не прокурю, потому что я не курю. Я их не протрачу на каких-то, ну, друзей, которые тебя разводят. То есть псевдо-друзей, потому что у меня нету друзей. Я их не потрачу на шлюх никаких. Сори за рофл с автоматом. Ну или какой нахуй триггер от эпицентра? Это мажор, а не минор. Единственный, кто может тебе запретить, это Valve, так как это эпика. Засал Рухаба. Иди в очко, найс берешь на помощь. Потрачу на самое нужное. Шмот в пои на $1000. Шмот в пои, да. Кстати, iPhone, ну, благодаря iPhone появилось вот эти вот видео, последние два видео ответов на вопросы. Как бы, что ни говори про iPhone, это, конечно, кусок дерьма ебаного, но камера просто супер заебись, снимает хорошо. Вы же видите качество видео там, в лесу том же, и тогда, и там вот на крыше. Причем меня даже слышно было, хоть и тихо, но вот на крыше был ветер, и меня не было слышно, вы меня слышите, да? То есть, как бы, снимает iPhone хорошо. То есть, это не совсем, ну, не совсем хуйня покупка. Толк есть. Хотя, конечно, недоволен. Я хочу себе Samsung купить какой-то нормальный, на который, ну, я могу скинуть мелодию, поставить ее на будильник без всяких проблем. Просто вот подключить телефон к компьютеру, скинуть мелодию на будильник, и все, и просто ее поставить без всяких проблем лишних. Чтобы это было просто вот. Просто. За честь и отвагу! Чекай кошелек, долбаеб тупорылый. Якутыч меня ни разу не обзывал. Тоже не верю, тоже не настоящий. Потому что эпицентр пригорел, что я у них забираю слишком много зрителей. Ну что еще? Я не буду ничего, ну, комментить, к сожалению. Слушай, а если Якут добавил бы 100 битков, показал бы жепу? Нет. Если такая сделка состоится, предупреди заранее ПНЗ. Нет. Конечно, не стоило тебя сразу нахуй послать, но ладно, я тебе ответил вежливо. Как думаешь, Боруто достигнет величия своего отца? О чем вопрос? Ну что еще? Я вот думаю, что Боруто намного сильнее своего отца. Охуенная инфа, Боруто, бля. Что за... Я так предполагаю, это что-то аниме, потому что Боруто звучит как Наруто. Ну, конечно, охуенная информация. Я благодарен за нее. Так, что мне советовали? Такой автомат. Какой автомат? А, я не вижу. А, вот. Нуат Хсипап. Что, блядь? Так и знал, что такого нету, потому что название какое-то непонятное. Ну что еще? Блядь, ёб... Сука! На жопе, что из этого написали? Царь зверей. Бля... Я только увидел, что перевернуто папич ждал. Ну, ёбаная мразь. Ну, пиздец. Как бы надоели с этой хуйней. Если уж хайпить, то го хайпить на таком мужественном, благородном, добром и известном человеке, как ты, Виталий. Чекните мой стрим сегодня вечером, и ты тоже заходи, Виталий. Я тебя буду ждать со специальным сюрпризом. И это будет только для тебя, мой заебанный. Что это? Только для тебя. Я не совсем понимаю, о чем речь. Что это такое? Ну что еще?
Просто чекни, пожалуйста. Я хочу посмотреть на твою первую реакцию на меня. Бля. Папань, я, короче, почекал эту GTF-чито там. Какая-то на ней быдла баба. Ноги все в синяках. Да еще. Нет, это я. Жопа не очень. 3 из 10. А рост это пиздец, Карлита. Утиная ебала. Короче, нахуй ее. Не стоит твое величайшего тайминга жизни. Глеб Казиныче. Проще знаешь, как сделать? В общем, зайди, пожалуйста, в поиск картинок и вбей там в гугле Ктфабая. Спасибо, Китапич. Окей, я зашел. Вроде нету шок-контента. Вроде. Окей, показываю экран. Так. Полгода назад, или нет, месяцев 5 назад, был уже донат, мне кто-то скидывал донат. Какое-то YouTube-видео, там, ну, YouTube-видео с картинками, то есть не видео. И там просили оценить девочек, да, в YouTube-видео, там, где были, ну, просто вот шли девочки там по очереди, просили оценить. Вообще ненавижу этим заниматься, потому что я публичная личность, я просто ненавижу оценивать. Короче, я не буду ничего оценивать, но, ну, вроде тогда, ну, сейчас я не буду ничего оценивать. Но тогда я вроде в том YouTube-видео, по-моему, это была вот эта, правильно, это же была она. Это, ну, по-моему, в том YouTube-видео это единственное, которое мне понравилось. Ну да, это неплохая базар 0. Окей. Да, я помню, это было месяцев 5 еще назад или что? Месяцев 5 назад. Да, да, точно, точно. Ну что еще? Прикинули... Есть в планах хату купить? Когда Апрелиус? Только я, ну, все думают, что я олигарх, но почему-то я до сих пор не купил себе какую-то там хорошую хату. Но все думают, что я олигарх. Что я, блядь, ну, какие-то миллиарды кашу со стримов. Короче, кидали мне уже, да, в принципе, хорошее. Штук 10 было девочек, просили оценить. И это мне вроде больше всего понравилось. Если я ничего не путаю, по-моему, да, по-моему, там это была, которая мне больше всего понравилась. GTFO, GTFO, бая. Бая это вообще, бая это вообще негритянское слово, кстати. Оно применяют, короче, негры... Применяют слово «бая» к своим любимым... Вот, допустим, есть у негра там любимая женщина, которая тоже негритянка. Огня! И к ней применяют слово «бая». Короче, вообще какой-то странный ник, я его не понимаю. Когда Апрелиус, резидент Апрелиус, так уже Майус. Я, типа, создам новый аккаунт, завтра начало сезона, я буду делать уже вводы, ну, уже будет резидент Майус. За счет того Хаденс и бросила его во время потока. Блин, я этим всем не интересуюсь, этими всеми, ну... Я очень не интересуюсь жизнями чужих, скажем так, ну, других людей. Я интересуюсь только своей жизнью. Я особо никого не смотрю. Я особо не интересуюсь социальной жизнью там разных стримеров и стримерш. Это так приятно, когда ты говоришь, что чекнешь буквально на 5-6 секунд, а на деле не хочешь закрывать вкладку в течение минуты, потому что я тебе нравлюсь. Если хочешь быть со мной. Пора уже бросать Вику. Бля, короче, эти рофлы. Ну что еще? Жестко. Здорово, умнич. Здрасте. Смотрю, новый контент подъехал. Давно такого не видел. КРЧ недавно пошел на благотворительный вечер, посвященный... Новый контент подъехал? Сижу такой за столом, и тут ведущий устраивает конкурс. Кто больше пожертвует денег? В итоге победил какой-то Николай Каце. Победил, и в конце вышел ты и забрал все. Ну что еще? Доначу. Здорово. Рофлы работаю в такси, иногда пропускаю твои стримы. Поэтому смотрю повторы с клиентами в такси. И сегодня одна мразь сказала, почему у вас кто-то орет в телефоне и начала гнать, что за хуйню я смотрю. Итог, пошла пешком. Удачи, хорошего стрима. Типа ты ее выгнал, потому что она сказала, кто-то, ну, у вас кто-то еще? Орет в телефоне и все? Ха? Из этого выгнал? А дядя Богдан проверял у тебя? То есть, ну, просто спросила, у вас кто-то орет в телефоне... Не, она сказала еще, что за хуйню ты смотришь? Гугай это дилерша обратно. Мне это дилерша понравилось. Но явно лучше, намного лучше средней дилерши, согласитесь. Но явно лучше средней дилерши. Однозначно. Че, поставить 5000? Блин, даже не хочется ливать. На самом деле, это, походу, первый раз, когда я увидел, ну, более-менее красивую дилершу. Ты вправду, наверное, первый раз? Очень редко, ну, в лайв-дилерах работают... Ну, красивые девушки, очень редко. У нас одинаково. Жду 15к. Хорошо. Молодец, спасибо.
Жду 15к, 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 жду 15к. До свидания. Я в Бакару играть больше не буду. Дилерша моя ушла. Все. Ну, как бы я уже явно не найду красивее дилершу, я уже уверен, потому что, ну, шансы найти красивее дилершу стремятся к нулю. Поэтому все, Бакара конец.